Всем привет! Сегодня расскажем о нашем первом опыте рыбалки на форель, недалеко от Сочи. Место мы выбрали очень живописное, с видом на Skyline Park, и находится оно всего в 15 минутах езды на машине от Адлера, в районе под названием Казачий Брод. Ты куда собрался, Миш? Понятно. На рыбалку это серьезно. Дед идет на рыбалку. Мы видео снимаем. Да. Давай. Собирайся. Пошли. Сейчас я схожу. Все, вот, поднимайте, поднимай. Опа, все, давай я держу. Кого поймал? Ой. Большую? Большую? Покажи мне. Тащи ее, тащи. Ниже спиннинг, ниже. Спиннинг ниже. Спиннинг ниже. Так, тащи. Поднимай вверх. Ну, поднимай сюда. Ко мне тащи, какой собаки? Ко мне удочку тащи. Иди тащи сюда. Классно поймал. Тащи, тащи. Тащи. Давай, давай, давай. Чуть-чуть, чуть-чуть. Подожди, чуть-чуть, подожди. Давай, 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 давай. Подожди, еще фрикцион тебе затащу. Давай, давай. Ну, ну. Вытаскивай вверх, вверх, вверх. Тащи сюда. Сюда тащи. Неси, я буду снимать. Тащи, тащи, вертолет. Тащи. Тащи. Так, еще подтащи и вверх. И вверх. Вот, молодец. Давай, вытаскивай. Вверх поднимай. Тащи сюда, тащи. Да. Я не успеваю снимать, друг. Давай, давай, тащи. Тихо, стой, 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 остановись. Теперь тащи. Тащи, тащи. Вытаскивай с деда. Молодец. Ого, вот это вот. Наловили. 6 килограмм. Миш, много наловили? Нет.